Если что-то мы с вами чего-то сделали, чего-то мы еще не сделали, у нас еще присутствует много. Говорливый парень, пацан. Вот, что-то мы с вами сделали, что-то мы не сделали, но я хочу, друзья, также все равно использовать возможность, и я хочу сказать вам, что празднику всегда бывает место, но очень важно, мы должны научиться с вами никогда в жизни не забывать о том, какие у нас есть цели, какие у нас есть планы, какие у нас есть, какие мы цели ставим перед собой. Почему? Потому что, поймите, в жизни могут быть такие перерывчики, да, вот мы пообщались, здорово, мы будем с вами еще продолжать общаться, но я хочу занять минут 20-25, чтобы мы с вами напомнили себе о том, какие у нас есть цели. Где-то, знаете, всегда, среди любого отдыха, среди любых каких-то вот переживаний, моментов, всегда, чтобы мы с вами где-то помнили, знаете, говорят, по-американски есть такое, in the back of your head, сзади вашей головы, где-то у вас, чтобы было всегда записано о том, какие же у нас все равно есть цели. Договорились? Поэтому я хочу немножко напомнить, друзья, что в этом году мы поставили себе такие цели, небольшие. Олежка, можешь дублировать, записывать. Мы поставили цели. 100 социальных проектов. 100. И я хочу, чтобы мы поняли сейчас с вами и осознали, что эта цель, друзья, эта цель, она стоит не перед кем-то, а перед нами с вами. Вы поняли? То есть перед каждым из нас стоит такая цель. То есть нам необходимо начать 100 социальных проектов. Почему 100 социальных проектов, друзья? Потому что, поймите, есть масса еще сфер, которые мы не затронули. Вот буквально мы только разговаривали сегодня с Сережей и с кем мы говорили, с Виталиком. Мы говорили о том, что, слушай, надо как-то подростков, как-то вот, ну, вот они думают об этом, изучают, смотрят. О том, как же мы можем подростков, мальчиков, девочек, то есть как можем их взять, как можем их вовлечь, как мы можем действительно прикоснуться к их жизням. То есть, короче, разные сферы. Вот то, что мы обсуждали, да, сейчас по ОСН разговаривали, что вот здесь уже на местах мы начинаем что-то делать. А знаете еще, сколько сфер, которые мы не затронули? Куча, вот куча, еще много и больше, и больше. Поэтому, друзья, нам предстоит сделать 100 социальных проектов. Я хочу напомнить, друзья, теперь уже не просто абстрактно, как я делал это в воскресенье, а я хочу сказать вам, как мы будем с вами это делать. На лидерском общем, который у нас будет в январе, Оля Стасик, кстати, надо напомнить, ты помнишь, 7-го мы должны обсудить, выяснить вопрос это, да? Может, сейчас? Хорошо, 7 января это Рождество, у нас 7 января лидерское. Я думаю, наверное, не надо его делать, что вы думаете? Ну да, мы пишем уже. Значит, 14. 14, значит, 14 мы делаем общее лидерское, договорились? Вот, я попрошу вас, чтобы вы все были 14 числа, мы с вами уже проработаем. Сейчас я вам просто озвучу, а 14 мы проработаем конкретно, как мы будем с вами это делать. Я хочу, чтобы вы поняли. То есть, понравилась классная атмосфера, правда, смотрите, красиво, да, не похоже на нашу. Спасибо большое, Алина, Катя, кто еще украшал здесь? За еду, спасибо. Да, за еду, кстати, это Алла Тимьяненко, где? Алла, Света, вот, спасибо огромное. Скажите, то есть, вы поняли, могут быть такие вот моменты отдыха, но все равно при этом давайте мы не будем забывать о цели. Итак, какая цель? Что такое социальный проект? 100 социальных проектов. Как я это вижу, почему я в это верю? То есть, первое, друзья, если мы сделаем упор на группе «Потенциал», есть ли кто-то из группы «Потенциал», то еще в группе «Потенциал», вот, я хочу на вас сделать упор, вы поняли? То есть в этом году не просто, чтобы вы начали соцпроекты, а вы начали свои соцпроекты и еще подтянули людей, которые будут через ваш соцпроект еще новые начинать проекты. То есть я в вас верю очень сильно, чтобы вы понимали. Дальше. Я верю в группу лидеров, друзья. То есть лидеры, особенно соцпроектов. Есть лидеры соцпроектов? Да, есть. Вот в вас тоже я очень верю. Лидеры домашних групп есть? Да. Вот, и пастора, у нас есть пастора, у вас соцпроекты. Вы должны понять, что вам необходимо пылать этим видением. Вот эти 100 социальных проектов, это вы. Еще раз, вы должны пылать. То есть каждый из вас в этом году, друзья, вам необходимо как минимум сделать хотя бы 3 социальных проекта. Слышишь? 3. Слышишь? Да, не быть в тенях, а уже надо выходить. Еще раз, друзья, почему это важно? Общество, давайте я вам открою тайну, общество состоит из более чем 2500, 2500 разных маленьких сфер. 2500. Как вы думаете, 100 на 2500 это много или нет? Мало. Это вообще ничто. Это ничто. Вообще, в будущем нам нужно с вами открыть хотя бы 2500 разных проектов. Мы сейчас пока говорим на год, просто 100. И я хочу, чтобы вы вот именно так смотрели на это. 100 из 2500, это очень мало. Но это уже хотя бы что-то. То есть каждый из нас. Я хочу, чтобы вы понимали, почему я так вот, ну, дрожу, почему я так дергаю вас, почему я толкаю. Потому что я вижу эти 2500, нам нужно их покрыть, поверьте. Нужно их покрыть. И если мы с вами не будем этого делать, ну, поверьте, никто не будет этого делать. Но на самом деле очень мало кому это надо. Поэтому в этих людей вот вы должны пылать этим видением, гореть. И я хочу, друзья, чтобы вы обязательно всех с ваших людей, которые потенциально вы видите, чтобы они прошли через систему нашего духовного роста, то есть школа успеха, потенциал, группа лидеров. Они должны через ретриты. Я хочу, чтобы, поймите, это то, что поможет им, это то, что толкнет их, это то, что даст им толчок.
потому что на каждой из групп, ну, в каждой из этих групп мы проходим, мы читаем книги, мы слушаем диски. То есть они развиваются, они становятся другими. Вот взять, например, да, вот Катю, например, возьмем. Ты же пришла, я помню, сколько, 3 года назад, ты же вообще ничего не могла, не знала ничего, она ничего не понимала. Сейчас человек разбирается, ведет домашнюю группу. Нормально ведет? Очень хорошо ведет домашнюю группу, поверьте. Почему? Это система духовного роста. Если вы хотите, чтобы ваши люди росли, затаскивайте. Просто берите, вы поняли, берите, толкайте их. Нужно, чтобы они проходили. Также, друзья, я хочу, чтобы мы с вами, ну, в этом году тоже в церкви, мы будем говорить об этом на проповеди. Будет свидетель... Я хочу, чтобы вы свидетельствовали о ваших социальных проектах. О том, что для вас дает ваш социальный проект. Вот для вас, что он дает? Знаете, иногда люди, которые слышат свидетельство, он скажет, я тоже хочу что-то сделать. Я тоже хочу, вот какой пример попробовать. Также я хочу, чтобы мы делали презентации, пасторала, презентации на служение, чтобы мы делали презентации соцпроектов и примеры. Также, друзья, в этом году мы проведем 2 ретрита на тему, для чего я родился, или для чего родился я. Вот. И я хочу, чтобы вы начали работать с вашими людьми уже, чтобы вытаскивать. Там мы им объясним, я им помогу определить их призвание и так далее, и так далее. То есть вы поняли, да, каким образом мы будем это осуществлять? Работы вот так, много, придется трудиться. Следующая, друзья, часть нашего ведения, это 100 домашних групп. 100 домашних групп. Нам предстоит с вами открыть. Почему 100 домашних групп? Потому что каждый из лидеров социальных проектов, друзья, вот эти, поймите, каждый из лидеров социальных проектов, у вас каются люди. И есть люди, которые у вас покаялись, если вы не берете ответственность за их духовный рост, считайте, что вы просто, знаете, родили ребенка, как кукушкой бросили его где-то. Так нельзя. То есть нужно брать ответственность. Нужно... Это сложно, это тяжело, друзья, но это и есть, перед Богом это и есть служение. Служение – это взять ответственность за духовный рост этого человека. Понимаете? Как я вижу, что у нас это осуществится? Первое. До мая 2015 года, пастор Саша, мы должны на базе домашних групп запустить полностью систему евангелизации. Уже полностью. До мая. Также домашние группы, друзья. Каждая домашняя группа. Кто здесь ведет домашние группы? Есть уже? Вот. Вы должны, друзья, в течение этого года 2 раза разделить свою домашнюю группу. Не 1 раз на 2, а 2 раза. То есть из одной группы должно выйти сколько? 3 получается. Ваша плюс 2. То есть вам нужно поставить перед собой такую задачу. Как это сделать, друзья? Я вам скажу честно. Если вы действительно этим пылаете, знаете, как я это сделал в свое время? Я просто взял, ну, собирал много людей. А потом я взялся за них 3 месяца. Я отдал послушать первую лидерскую школу. Я сказал, все, вы начнете. Сейчас они уже некоторые из них, ну, многие из них уже пастора. Поэтому вам нужно в свое время, нужно обязательно это сделать. Нужно вот так заниматься с людьми. То есть вы поняли, не просто там пить чай с ними на домашней группе. Это классно, это круто, но это не цель. Поймите, это не цель. Потому что, поймите, если каждый из нас, мы будем только на домашней группе пить чай и думать о себе, то следующее поколение, оно уже вымрет. Потому что мы о них элементарно не будем заботиться. Деградация. Полная деградация. Полная деградация. Следующее, друзья, я также хочу, чтобы каждого члена домашней группы, мы сделаем на общем лидерском, мы сделаем рассылочку вам, мы дадим вам, Ольга Игоревна, надо скачать первую лидерскую школу пастора Сандре, 96-97 год, там 12 тем. Вот, мы сделаем рассылку. Я хочу, чтобы вы сами прошли, и каждый лидер вашей домашней, каждый член вашей домашней группы системно, чтобы до мая месяца они прошли в неделю по одному уроку. Системно, проходите с ними. Оно очень зажжет их, вы увидите. Очень зажжет, они очень стартанут, они очень включатся, будут, ну, они другими будут, короче. И также, друзья, я хочу, чтобы вы помогли мне провести каждого члена вашей домашней группы через систему духовного роста нашу. Есть у вас люди, которые не в школе, они покаялись, ходят в церковь, но в школу успеха так и не проходили. Есть такие у вас? Вот. Ваша задача, если вы действительно их любите, думайте о них, просто притяните их. Вы поняли? Просто за руку возьмите, приведите, и все. Пусть они проходят. Они вам потом спасибо скажут. Да, поначалу они будут чуть-чуть брыкаться, но потом они вам скажут за это спасибо. Ну, такая у нас природа, друзья. Мы вначале всегда брыкаемся, а потом, когда хорошее получается, мы говорим, ой, спасибо.